Так, ну что, друзья, сегодня вместе с вами будем готовить. Короче, вчера нашла рецепт такой интересный, очень интересный. Сейчас вместе будем делать. Алиса, стоп! Вот так вот. Не знаю, как вас поставить, чтобы было видно все. Вы же знаете, у меня нет этой треноги. Короче. Блять, это кто жрала? Не я. Какая падла. Ладно, хоть не погрызли. И то хорошо. Бекон. Классно, да? Сейчас тарелку вытащу. И что, мне хватит ее? Блин, он же короткий. Ну, что так запахло? А тут мясо, что ли? Не знала, куда поставить камеру. Короче, ребзя, будем готовить вместе с вами такую штучку. Короче, я вчера увидела в Инстаграме. Блин, это вообще бомба. Все так легко и просто. Я с этими крылышками готовлю их очень-очень часто. И вчера такая смотрю, нифига там девчонка. Ну, на одну девчонку подписано. Ничего, что это, что не подтягиваю, спадывают с меня. И, короче, она готовит эти крылышки. Сейчас покажу. У нас крылышки куриные. Вчера я их замариновала в соевом соусе. Кисло-сладкий соус и мед. Мед, медятина. И будем мы это все заворачивать в бекон. Блин, у меня уже слюнки бегут. Вовка, а? Будешь мне помогать? У нас что, мед есть? Был. А что, мед есть? Противень. Короче, я так и не могу. Короче, блин, сейчас начнется этот. Слово паразит. Ну, короче, пергаментную бумагу так и не купила. Все время забываю. Такой лох вообще. А. Мы сегодня печеньки хотели делать. Ну, не сейчас, вечером же. Сейчас я поеду просто. Ага. Здоровайся. Привет. Что, вот крошки будем делать? Угу. Ангелочек, лохматулечка, ага. Такой. Ага. Короче, ты мне будешь помогать. Чем? Короче, знаешь, что? У нас завелась какая-то крыса. Прикиньте, они должны быть вот такие. А почему-то стали вот такие. Кто-то взял, сожрал. Откидываешь. Какие? Яйца. Как? Вот так вот. Они вот такие длинные. Кто-то взял, столько отрезал. Нифига. И все. Папа, наверное. Так, что мы будем делать? Что, какую тарелку-то взять? Как заворачивать-то? Как это все дело, чтобы происходило? Чтобы было видно, наглядно. Надо просто на тарелку. Раз тарелка, два тарелка. Угу. Так, ну что, ребятушечки. Берем. Витамины, что ли, остались? Да. Ты что, не видел, что ли? Блин, вообще крутые. Маринад вообще бомбовский. Я обычно просто либо в аджику делаю с майонезом, либо кетчуп с майонезом. Я боюсь, что мне не хватит. Блин. Ну вот надо же вот так вот взять меня, лохануть вообще жестко. Мам. Только приготовила что-нибудь вкусненькое готовить. Что, малыш? Столько воды для витамина хватит? Хватит. Или много? Ну и что, вот она у меня не закрытая. Ну ладно, буду делать так. Что поделать? Блин, я, короче, делаю, прикиньте, слюну глотаю. Представляете? Пить хочешь? Какой пить хочу? Представляю, какая вкуснятина будет. И заранее уже слюнки хватаю. Чё, сегодня давайте отмечать 11 тысяч. Наконец-то там нас не хватает. 20-30 человек. Давайте уже, поднажмите, не жопьтесь. Вам-то чё? Вы же знаете, что мы с этого ничего не получаем. Так чисто спортивный интерес. Ладно, просто воду. Так что не понимаю вашей... Потом, после ролика. Вода полить. Упертости, жлобства. Конечно, водичку, давай. Мы это убери стакан, пока я его не перевернула тут.
Видно, да? Что происходит тут вообще? Нет, вообще вот так вот. Так все легко. Вот на самом деле, вот кому-то дано, вот кому-то, вот мне вообще не дано. Вот это вот так, в принципе, элементарщина. Этот бекон лежит, мы его иногда на завтрак готовим. Ну, лежит, в принципе, такой. Никого не трогает. Никому особо не нужный. А что, кого-то трогать должен? А тут вот можно что с ним сделать. У меня даже голова не сварилась ни разу. В натуре тормоз. В этом плане. Только в этом плане. Слава богу. Блин, крылышек мало. Сначала переживала, что мне бекона не хватит. Сейчас переживаю, что мне крылышек не хватит. Одни переживания. Мам, когда мы эту фотку сделали? В прошлом или позапрошлом? Году? Угу. Капец. Все еще сохранилось. Ну, конечно. Две фотки все сохранились. Угу. Так, Галамарки, помнишь, открытие? А, открытие Галамарки. Так это, поди, наверное, знаешь, Вова. Даже не в прошлом, позапрошлом. Поди еще, наверное, раньше. Я не удивлюсь, время. Открытие Галамарки это? Да, на втором этаже. Или что там, что-то, короче, такое было. Ну, открытие, ну, Галамарки открылся раньше ведь намного. Ну, там что-то было, какой-то этот, помнишь? Они там какой-то интеллектуальный уголок, что ли, делали. И в честь этого все сделали? Да, и у них там зарядить телефон можно было. А, точно. Там всякие эти были, колонки, ну, вот это вот все. Только все убрали? Или это временно все был проект? Ого. Тут все такое блогерское, кстати. Да, вот. Там же блогеры какие-то приезжали из Екатеринбурга, по-моему. Правда, их не тут помню. Не видно, но тут написано «Подпишись на меня». Ага, сейчас. Вот, да? Это вам сказали нас. Да, «Подпишись на меня». А мы такие «Сейчас», да? Размечтались. Еще что? Нет, как раз все четенько. Ну, маринад крутой вообще. Смотрите, мне опять не хватает одного этого листочка. Так, мне сколько здесь остается? Раз. А у меня и не хватит. У меня как раз... Вообще все. Тютя в тютю. Ну, надо же, какая я. Волшебница. Кудесница. Давай все переверни здесь. Эти кончики засохли. Кто-то это... Так, у нас градусов... Затырил? 29, что ли? И не закрыл пакет. Так, если ближе к духовке. Вова, позвони Данилу. Зачем? Он мне звонит, и не могу ответить. Если я сейчас отключусь, все. Кобза будет. У меня памяти нету. Так, кладем это все в духовку. 180 градусов на 40 примерно минут. Прикиньте, вообще. Звонишь? Так, да. Ты возьмешь что убрать? На громкую сделай. И с радостью. С радостью, конечно, с радостью. Звоню. Соединение. Угу. Алло, что звонишь? Ну, я видео снимаю. А, это возьми из дома, чем поедешь, когда там поедешь. Ну, что, вы сделали электрику? Папа сделал? Ну, что вы делаем? Все еще, что ли? Ну, да. Но мне хоть есть смысл ехать или опять смотреть на него? А? Сейчас люди сделаем, потом папа будет электрикой заниматься. Короче, он даже сегодня не закончит, да? Ну ладно, давай. Все, давай. Угу. Пью. Мы сегодня будем ехать на баню? На какую баню? Ну-ка, малыш, иди. Вот, смотрите, что получилось. Круть, да? Теперь мы берем кисточку. Остатки соуса. Берем и смазываем. Вот такая красота. Вкусно получится? Я думаю, да.
Мясо в мясе, мясо в квадрате, это вообще круто. Курица в свинине, ты видел где-то такое? Нифига себе. А чё? Соус. Чё соус? Кисло-сладкий соус плюс соевый и чуть-чуть медику. Блин, я не могу, слюни глотаю, я ведь это не хотела ведь есть. Опять начинается. Вчера тоже не хотела вечером есть. Приехали с Олегом с работы. Ну и что вы думаете? Пока он разговаривал с Костей, увидел, что тут ест рыбу соленую, селедку. Ему тоже надо стало. Ну, естественно, я не смогла съесть ее. Так-то я голодненькая. Голодненькая. Так-то я голодненькая. Ну вот. Короче, ставим это все дело. На 40 минут результат будет позже. Так, ну что, ребятушки, я вытащила, прошло 20 минут. О, нифига, видели, да, как дуют? У-у-у, как будто я в клипе снимаюсь. Запах вообще просто неимоверный, я не могу. Вытаскиваю. Вова, смотри, смотри на мои волосы. Вытаскиваю для того, чтобы смазать. Периодически нужно смазывать. Смотри, смотри. Я стою, и из духовки с меня дует. На камеру смотри. Голубая луна, голубая луна, голубая. Ледяная вода, ледяная. Ага. Вот так я эту песню обычно пою. Да? А. Давай какую-нибудь с тобой споем, которую мы вместе знаем. Какую? Давай я тебя спрашиваю, какую мы вместе знаем с тобой? Какую? Не знаю. Никакую не знаешь? Которую мы вместе знаем? Ага. От Не улыбки знаю. станет всем светлей. Я эту песню И не знаю. слону, и даже маленькой улитке. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. Голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Ну, короче, снова. Да, Вовкин? Еще на 20 минут. И все готово. Будет. Жара Бомбочка. такая. Вообще. Время вышло. Мы уже сидим, ждем, не дождемся того. Слюнки глотаем. Ох. Уф. Уф. Угу, поджарились, поджарились. Еще разулечку. Я не могу, у меня слюноотделение уже 40 минут. С того момента, как я начала это все делать. Прикиньте, я реально уже, наверное, литр слюней проглотила. Ты, Вовка, сколько? Пол-литра? Ноль. Ноль? Ноль, да. Пипец, это вообще. Бог ты мой. Ну, придумал же всякие вкуснятины. Как после этого потом не жрать, да? Придется вечером еще делать. Не хватит. Такая вкуснятина, конечно. Так, посмотрю, кунжут где он. Вроде кунжут был. Кунжут, кунжут. Ага, есть. Есть, есть. Сейчас я противень заколебаюсь отмывать. Вообще. Начинает ехать. Галамарт. А, какой галамарт? Мне же салфетка пришла на Озон. Надо заехать забрать точно. Термосалфетка мне там пришла.
Вот. Сейчас это дело все выложу, чтобы было красиво. Красиво. Вкусно? Очень. Еще эти семечки, да? Да, 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 еще кунжутик. Как вкусно. Короче, надо ехать за крылышками срочно. Бекон у меня еще есть. Надо его разморозить. И все. Сегодня весь вечер будем есть крылышки. Ну, потому что это вообще просто. Мне на один зубок, честно. Угу. Еще это надо. Так что, девочки, мальчики, вот такая я. Вот такая вот я кулинарка. Давай. Вкусный, наверное. Надеюсь. Хотя, что, конечно, вкусный. Горячая? Откусывай. Немножко, да. Ты упал, да? Не падай, ладно, не падай. Нормально все. Вовка заценил. Поставишь лайк? Кто-то еще лайков.